Так, приветствую, ребятки. Наступила зима. Первые деньки зимы. Снег. Красота. Я тут живу почти на окраине леса. Но это не лес, это ботанический сад наш. В общем, частный сектор. Такая красота. На улице сейчас где-то минус один, ветра нет, небольшой. Вот такой у нас ботанический сад. Красивые елочки и прочее. Народ здесь иногда ходит, гуляет. Раньше здесь не было забора, был трэш. Жители девятиэтажек заходили в этот парк, ну и превращались в то, чем они являлись, в общем. Орали, бухали и так далее. Вот. Так что сейчас стало получше. Гораздо причем. Правда, народ у нас перешел сейчас практически, частный сектор перешел на дрова, топим дровами, потому как газ необоснованно дорогой, и народ купил такие котлы, кто просто под дрова, и топят дровами. Вот так вот. Ну, конечно, не позавидую жителям девятиэтажек. Они-то туда котлы такие не засунут. Поэтому платят по максимуму. Ну вот, так что в частном секторе жить намного лучше. Ну и с позиции радио намного. Правда, я же говорю. Вот сейчас вот то, что вы видите, да, дома. И вот дорожка вниз. И вот я, получается, живу, то есть моя верхушка антенны, наверное, находится, вот сейчас вот эта земля, да, и вот верх моей антенны находится вот там вот прямо, где-то на уровне земли, наверное, даже ниже. Вот такая вот печалька. Так, дороги нам нормальные сделали турки, не все, конечно, но хорошие, ровненькие. Это не облавтодор конченый наш украинский, хорошие дороги. Прямо аж красота. Так, так что видите, дороги идеальные. Правда, не везде. Вот. Ну, а так, в принципе, нормально. Жить можно. Только если бы у власти не было таких идиотов, что у вас, что у нас. Так, всем спасибо за просмотр, ребята. 7-3, до свидания.